Но перед началом данного видеоролика я хотел вас попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на мой канал, и обязательно включили колокольчик. Моменты взяты со стрима Азама, ссылка на него будет в описании. Если хотели посмотреть еще какие-нибудь моменты, то ссылка на Азама будет в описании, приходите, смотрите. Ну а теперь смотрим видео. Ну-ка, пиписька, это не а, значит, что... Стой, блин, я извиняюсь, я извиняюсь, что я перепутал, у тебя шестой, а не что. У тебя просто маленькая. Прикинь, шестой размер, блядь, как ты ходишь вообще? Тебя там... Это типа 4 чучуна мог, блядь. Ты там секунду, блядь, сколько сырёшь? Блядь, такой даун, секунду, блядь, как сырёшь, блядь, дебил, блядь. Прикинь, типа сырёла, села на секунду, всё, упала и встала. Села, встала, блядь. Даже потираться не надо. Она же не сможет его придержать, же, как мы делаем. У нее же шестой размер, она не сможет держать. Ну что, охренели два педика, блядь. Ну, быстрый сайтер, блядь. Поднялся к вам, поднялся. Я не смог, у меня двое, сука, вы где, блядь? Вы где, блядь? Убил меня, блядь, хорош, хорош! Анимации делали, толпоёб, анимации делали! Вот ты! Спасибо! Хорош, хорош, просто хорош! Анимации делали, идиоты, идиоты, идиоты! Какие же вы идиоты, какие же вы просто идиоты! Какие же вы просто идиоты! Давай я не кипишу, да ладно, я все решу. Эй, блин, молодец, молодец. Азам, ты хочешь маху? Да, кипи. Нет. Чат, вот если бы у вас был бы выбор, кикнуть маху или Никуля, кого бы вы кикнули? Сделай опрос. Конечно, её выберут. Её выберут. Я не понимаю, маха, почему ты со мной такой, ну, грубый? Он любит грубость, он любит жесткость. Как можно любить жесткость маленькой пипичкой? Или ее совсем есть когда нету? Как ты шестым размером дырки живешь вообще? Лучше иметь маленькую пипичку, чем четвертый, шестой размер дырки. Да, Тури, ты там Сереж даже не понимаешь. Это чисто мое мнение. Это таксисты мнение? А? Мне послушаешь, ты сказал, это таксисты мнение? Ты таксист? Таксист при чем тут? Я не знаю, я услышал это таксиста мнение, я думаю, что таксист, бля. Так, это я не могу, то надо мне это телефон приближать, чтобы разговаривать. Во что? Бля. В смысле? Существуют наушники. Ну подари мне. Нахуй. А мы не знали. 21 век на дворе, можно приобрести наушники. Да ладно. Вика, ты серьёзно? Серьёзно? 21, а я думал, ну, 17. Я думал, 45-й. Да? Ну да. Ну вы даёте. Как говорил мой тренер, аулямся. Знаешь, да, Вика, когда ты операцию будешь делать на уменьшение дырки? Не, палаты на увеличение, когда будешь делать. А нахуй это надо... На уменьшение? Бля, операция на уменьшение дырки. Блять, что, блядь? Что, простите, пожалуйста, что я не расслышал? Что кидал кроме? Эй, вы зак. Чё за, блядь, как. Я ему голову дала. Чё за, блядь, симпл этот, блядь, как его, клан, блядь. Чё за клан, блядь, симпл, блядь. Пуштигер, это стоит, лутается. Гениально. Я вообще-то пушить... Не, этот говорю. Прилетел, прилетел! А, еще один? Двое даже. Блядь, чувствую сейчас. Еще один под тобой. Емать, просто... Азамат Агай что творит? Просто Азамат чат. Агай. Гай, Гай. От слова типа... Ну, типа... Гаечный ключ, от слова гаечный. Ну, Гай это типа... Ну, Азамат... дебилы, бля, не на английском, на кумыкском. Азамат Агай. Агай, типа брат, братуха. Не гей, блядь, твари, блядь. Не гей, а Агай. Агай. Я 0 килов взял. Ты 0 килов, я 6 килов взял. Все, полетели к 8. Чудо света.
Вы прям к ним, прям к ним, четвером, вот так летите, как я. Дырка большая. Декмаха сам. Здорово. Чё, отряд хотел, да, свой стрим-снайпер понять? Летите быстрее, на нас напали отряд. Какой отряд? Маха, быстрее, маха. Маха, лети, быстрее, помоги нам, маха умирает. Мориарти. Вот маха гонит, у Николи дырка большая. Так, маха сам недалеко ушел, нос больше, чем пиписька. Бля, пиздец, вот такие там вот хуйни пишут. Тебя обидно то, что правду говорят про тебя? А, это не правда. Все, братья, я сегодня буду тебя. Да? Бля, я его рот бомбил. Короче, надо будет искать теперь, кто у меня. Я, короче, этот... Ладно, короче, у меня вот этот на строке я айдишники ставлю людей, которые мне донатят, что, ну, потом, чтобы проверить. Я как случайно перезагрузку нажал, и айдишники ушли, блядь. Скапи дуться. Азам переехал. Не, не переехал, я просто арендую, чтобы стримить. Челика вижу! Где? Наверху. А, в доме, чел. Сыграй в пятки. Можем сделать, можем организовать. Давай. Да, Никуля прячется, и мы ее должны найти. Кто найдет, тот ее убьет. И тот получит приз. На дыру? Нет, шучу я. Сейчас прикалываюсь. Прикольно, я спрячусь. Реально прикольно было, пацаны. Откуда ты стреляешь? Ахка, бля. Никто не будет снять. Мам, минус голова. Какая суфель? Чё, гоните, блядь, где он? В доме, блядь. Маху долбит. Помогите! Я реанимировала нашего тиммейта. А тут стенка стоит. Где он? Дом делся. А вот он внизу бежал. Под нами. Спасибо. Кто не с нами, тет под нами. Ахмед, сила, да, полетели. Оставьте хоть один кирилл. Зачем тебе? Пошел нахер. Куда его? Подожди, а ты здесь, а в гранд? Я же голову дал, блядь. Подожди, а почему так? Что случилось? В смысле снаряд не подходит? Снаряд не подходит, да. Это 40 миллиметровый, а у него какой? Бля, они разделили, прикинь, эти снаряды не подходят. Нет, прикинь, они разделили. Такие уроды, они просто разделили. Человек приземлился у меня. Где? Азам, вот ты прокуруешь. Их, я зачем биби подогнал? Я не знал, пацан, прикиньте. Я подъеду лучше. А где он, где он? Где он, где он? Он где-то тут-то был, он сюда прыгнул. У меня, я перевернулась, у меня он! А сегодня кто мне отправлял какую-то фигню в группе, типа утро начинается со стона в Никуле? Это что такое? Да я ударилась пальчиком! Можете кто-нибудь отправить беседе еще раз? Что за фигня была? Задолбали, я упал. Почему ты позоришь меня? Тем, что я ударилась пальчиком? Скину. Так это же похуй, что скидывать. А что скинуть? Долбоёб. Он там чел прогресс. Ну конечно, любой размер до 20 сантиметров, у Никуля такой большой, двое пожалуются на меня. Фу, осуждаю. Азам, бой будешь смотреть самого Махачева? Да, посмотрим обязательно, бро. Интересно же, станет ли он. Поехали, прогресс. Кстати, смотрите, если Волкановский выигрывает Махачева, он становится двойным чемпионом. А если Махачев выигрывает, он не становится двойным чемпионом? Или становится, чат? Чат, он становится двойным чемпионом или нет? Становится тоже. Ты скинул? Скинул, а? Ну скинул, сука.
Йоу, как я вышел? На вышке чел. Почему прогресс? Ты просто садишься, а я вожу. Как я вышел тоже? Надо, надо кушать. Поставьте стенку, пожалуйста, кто-нибудь стенку поставьте. А где я? Я сам поднимусь, я сам поднимусь. Это я. А я малышку убил. Кто стреляет так, блядь? Такая... Мое тело бедное, тварь! Ну зачем, Маха? Ну зачем, идиот, ты же сдох? Я ему хп сняла. Они убегают, убегают. Нет, ты сказала минуту назад. Ну ты заколебал, ну все тело мое, ну ты где? Маха мою точку спидел и сдох. Ты придурок? Ты дурак, да? Мою точку украл. Идиот, блядь, я же сказал, не езжай, блядь, ты хайон, ёбаный. Я тебе чувствую, я садись. Тачку. Садись быстро. Подними его в магазин. Бля, хайвон, я тебе что сказал? Какой подними нахуй иди, блядь? Я тебе что сказал? Да, там я одну внуку меня ты дожал. Зачем? Я тебе сказал, не езжай. Ну, знаешь, как ты поезжал? Поехал. И тачку зачем спиздял? Ты что, блядь, тачку убегал? Я ее подогнала. Мы с прогрессом на ней всех убили. Пока ты ее не взял. Ой. Смотри, по канатке летит. Страшно. У меня чё летело? Ты дура! Тасти. Ты ебанутая, клянусь. Из чего стреляешь, Никуля? Да блять, меня со всех сторон. Долбят. Питер. Бля, а что, с этого стрима можно столько нарезок сделать? Отвечаю. Да я просто хотела защитить. Я видел, как ты меня защищаешь. Боже, где эта фигня? Ну быстрее ты, сука, возьми. Там еще враги. Пойдем в гору лучше. С горы их закроем. Пойдем? Идем, я иду, блядь. Ну иди. Я иду, сука, блядь. Иди. Идиоты, блядь. Скажи разрабам, сколько продают рейтинг, как телефоны играют? 40 рублей стоит. Не, а так реально, я 1 миллион рублей дал, чтобы вот так играть. Ладно, шучу. Сто тысяч рублей дала. Шучу. Там двое идут, какой-то. И снизу еще к нам могут подойти. Да, снизу забегаю. Минус один. Вика слева. Левее, там же, где левее. Там же Вика сзади, левее. Левее, во-во-во, тут и слева. Да. Левее, вот. Никуля, сзади тебя. У меня тут еще. Есть, сзади у тебя. Парни, пушить идет. Я иду. Держись. Ёбаный купол! Сука. Горизонтальный, я сразу сяду. Бля, почему я все время один остаюсь и я тащу, бля, Тиму, бля. Так мы специально сливаем, чтобы ты тащил, понимаешь? Где ты сбил? 17 килов, давай легендарный момент. Мотал пыль. Сзади. Сзади.
это гнездо! Да блин! Они все спаслись! Вот она, сэр. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, теперь всем удачи и всем пока-пока.